А почему у него хвост? Потому что он русалочка. Это русалочка, которая умерла? Какой у тебя костюм? Ты кто? Ты кто? Ведьма? Всем привет! Сегодня у нас интересное видео прямо с улиц города, который называется Хобокен, это штат Нью-Джерси. И сегодня я вам покажу, как американцы отмечают один из самых важных праздников американской культуры, который называется Хэллоуин. Я думаю, вы уже догадались. Позади меня посмотрите, сколько людей, а очень много детей. Все переодеты, все в хорошем настроении. Надо сказать, наши дети ждали этого праздника. Отсчитывали дни примерно так же, как они считают и ждут свой день рождения, потому что это день, который для детей наполнен волшебством, наполнен сладостями, наполнен приятными эмоциями. И я с удовольствием вам покажу, как мы его празднуем. Видите, это проходит в виде такого парада, праздника, веселяться, и можно подурачиться, одеться. Давайте немножко разберемся, откуда пошла эта традиция. Изначально это считается традицией, которая взяла начало примерно 6 тысяч лет назад, то есть 4 тысячи лет до до рождения Иисуса Христа. Хэллоуин еще также называют День всех мертвых, День всех святых. Это тот день, когда нет, в общем-то, границ между мира живых и мира мертвых. Что ты не хочешь? Ты не хочешь скелетов? Тебе страшно? Да мы их наоборот пугаем, пускай они убегают от нас. Улица, по которой мы ходим, специально перекрыта, чтобы здесь не ездили машины, потому что считается в Америке, что в этот день увеличивается в 2 раза количество сбитых детей вообще за год. Хэллоуин — это сокращение, было изначально All Hallows Even, и потом его сократили до Хэллоуин, уже будучи в Америке, что в переводе означает Holy Evening, то есть Святой Вечер. You're
amazing. Oh, wow. Смотри. Наверное, сегодняшний день максимально точно, о чем этот праздник, вы можете посмотреть в мультфильме, который, мне кажется, обожают многие. Он называется «Коко». Не очень уверена, как это по-русски будет. Ну, в общем, про мальчика Коко, куда попадает... Мир скелетов, Александра мне подсказывает. Да, потому что у мексиканцев это тоже день памяти предков. Они выставляют свечки, фотографии. Этот день, когда размываются опять-таки границы между миром мертвых и живых. Тебя. О, целая корзина сладостей, Александра. У тебя тоже? Сколько хэппи Хэллоуинов мне подарили. Столько хэппи Хэллоуинов тебе подарили? А что значит, Александра, а что значит trick or treat? Шалости или... Гадости или сладости, да? Гадости или сладости? Что люди выбирают, гадости или сладости? Сладости. Сладости выбирают. Есть разные гипотезы о том, как же родилась традиция, чтобы выпрашивать конфеты. По одной из которых считается, что в 16 веке дети шалили, и, в общем-то, им хотелось к себе сладости, и они... говорили, либо мы сделаем вам какие-то шалости, либо гадости. И уже когда потом в Америку привезли эту традицию Хэллоуина, на самом деле Хэллоуин, получается, есть два цвета, да, оранжевый и черный. Оранжевый символизирует урожай, то, что собираем урожай, празднуем сбор урожая. А второй черный цвет, соответственно, это определяется, он ассоциируется с миром мертвым. И вот такая вот комбинация уже... сложилось так, что всегда, как сказать, ассоциируется с Хэллоуин. А в Нью-Джерси разрешается и взрослым, и маленьким ребятишкам праздновать и брать конфетки. А есть некоторые штаты, в которых разрешается детям только до 12 лет, только детям. А если дети старше 12 лет, то штраф с родителей $1000. Вот. Но наш штат относится к тем, где можно собирать конфетки абсолютно всем. Считается, что Хэллоуин стоит на втором месте после Рождества по обороту, который приносит экономике США в целом. В целом весь США тратит примерно на Хэллоуин $7 миллиардов, из которых $2 миллиарда идут на конфеты. И вообще, в принципе, в целом, от всех проданных конфет за год 72% продаются конфет именно на Хэллоуин. И самая распространенная шоколадка или сладость, которую дают в Америке на день Хэллоуин, это Сникерс уже много-много лет. Давайте, ну подходим, они говорят, trick-or-treat. Thank you. Thank you. Надо не забывать сказать trick-or-treat. Давай, скажи громко. Thank you. Скажи, девочки, trick-or-treat. Thank you. Oh, wow. Oh, wow. Посмотри, там еще и... Боже мой, вот это вообще страх какой-то. Wow. Hello. You want to say trick-or-treat? Trick-or-treat. Thank you. Oh, trick-or-treat. Happy Halloween. Happy Halloween. Thank you. Как я вам говорила, да, в Америке тратится на Хэллоуин примерно $7 миллиардов, не миллионов, миллиардов, из которых 2 миллиарда идет на конфеты, а многое также они тратят на сами костюмы, костюмы для взрослых, костюмы для детей и даже костюмы для домашних животных. Это же граф Дракула, посмотри, вау! Скажи, trick-or-treat! Thank you. Happy Halloween. Наш папа нас с Адрианой сопровождает, потому что папа Адрианы не хочет, но немножко боится.
Что там, Александрушка? В среднем скупаются сладости 272 миллиона килограмм конфет. Представляете, о каком количестве сахара мы говорим? Но что мы решили сделать с девочками? Мы решили сдать эти конфеты дантисту. Здесь последние годы это очень распространенная такая акция у детских стоматологов, когда они принимают конфеты, и за каждый килограмм они дают, как бы покупают у тебя, выкупают эти конфеты у детей, и это акция по тем, чтобы у детей были нормальные зубы. Самое классное, что никто не обламывается наряжаться в самые смешные костюмы у людей. Люди полны самоиронии и поддерживают такие веселые традиции. Это день прекрасная возможность подурачиться. Адриана, тебе нравится Хэллоуин? Не нравятся скелеты? Ну что же нам теперь делать? А, зайчик? Да нет, они же умерли, они самые спокойные гости. Есть некоторые символы Хэллоуина. И, конечно же, первый символ – это ведьма. Как и в русском языке, слово «ведьма» идет от слова «ведать», то есть «знать». Это, то есть, мудрая, ведущая женщина. И они всегда были, на самом-то деле, в почете. А по-английски то же самое, слово «witch». И оно идет от староанглийского слова который вы видите здесь. Я точно не знаю, как оно читалось, но тоже оно означало мудрая, знающая женщина. Ведьм вообще всегда очень сильно уважали. Немножко за то, что они очень много знали, а немножко, конечно же, побаивались. В любом случае, Хэллоуин — это тот самый день, когда ведьмы гуляют. Но с другой стороны, почему в Хэллоуин еще есть символ такой, как черная кошка? Потому что считалось, что черные кошки, они охраняли ведьм от злых духов, которые выходили из мира мертвых, которые обладали какими-то негативными intentions, намерениями, и, в общем-то, кошки их охраняли. Также одним из символов считается сова, потому что, по легендам, ведьмы могли обратиться с совой и, в общем-то, летать по миру, смотреть, что происходит. По преданию, во время кельтского праздника Самайн или Хэллоуин мертвые ходили по земле, поэтому кельты надевали костюмы, чтобы либо слиться в толпе злых духов, или, по крайней мере, не быть узнанными. Иногда костюмы использовались в более продуктивных целях, и жители считали, что мертвые соберутся на их праздник, и поэтому люди в масках пытались привлечь внимание духов, чтобы как бы их увести из деревни подальше. Ну кто это? Он стреляет глазами. Видишь, у него они горят. Мамочка, не давай не близко, мам. Вон пауки с паутины самого верху спустились. Видишь? Вау! Пойдем? Ой, смотри, какие лялечки дают. Хочу-хочу. Thank you. We are. Хочу-хочу. Happy Halloween. Конечно, многие церкви против этого праздника. Можно понять, почему, без объяснений. Но, как вы видите, даже здесь отменяются все такие. Скажешь, Александра? Возьмешь? Мы сейчас приезжаем на другое место. Мы были в Хобоконе. Сейчас едем в район, который называется Клиффсайд Парк. Но посмотрите, что нас ждет впереди. Я не знаю, на камеру это выглядит не так устрашающе, но впереди очень страшная черная туча. Я не знаю, почему она такая светлая на камере, но там 70% дождя. Ну хорошо, что мы рано выехали, уже хоть что-то собрали. Следующая локация, это уже будет локация, где мы договорились собраться с друзьями Александры и Адрианы. И мы так делаем, туда ходим каждый год. Это было то самое место, куда мы ходили в наш самый первый Хэллоуин, когда
когда еще Адриана лежала в колясочке, точнее, ее даже не было, а была только Александра, ей было 2 годика, мы на первый раз ходили на Хэллоуин. Вот, поэтому для нас этот район какой-то такой особенный, и мы, в общем-то, туда отправляемся. Вау! Очень круто! Thank you. Happy Halloween! Beautiful! Как прошел ваш Хэллоуин? Хорошо. Много конфет мы собирали? Устали? Костюмы были страшные? Были смешные? Такие лица, что не дай бог! Спокойной ночи! Happy Halloween! Ты что, расфасовываешь конфеты? Симба! А тебе ничего не досталось? Что-что? Нельзя к вам подходить? Да. У вас полиция, конфетная полиция? Да. Или конфет-патруль?